Доброе время суток, с вами Виктор Дурин, 6 июля 2021 года. Так, в основном ягода собрана, 100 с лишним килограмм, наморожена. И теперь настало время варить варенье. Как видим, морозилки забиты не только дома, но и на даче. И вот перебрали крайние сегодня ягоды, вот такие мелкие уже остались, тара 1,5 килограмма, а тут 3,5, значит 2 килограмма. Ну вот на 2 килограмма высыпаю 1 килограмм сахара тростникового. А дальше, как сказала подруга, будет видно. Ну вот осталось только перебрать розовую малину, вернее клубнику, и уложить отсюда в коробочку. Ну а это поедим. 6 июля 2021 года. Доброе время суток. И вот так мы сушим хвостики земляники, черешни, и вот уже сколько насушили. Урожай в основном собран, теперь осталось только все это сложить в стеклянную банку и отвезти домой, где будем хранить в темноте. И вам таких же успехов. Ну вот, на южной стороне участка малина зреет у нас быстрее всего. Ну и здесь посадки, молодые посадки земляники, которые я делал осенью. Ну и самое главное, после сбора нитки, собрать пробки, которые здесь теперь уже не нужны. Чем я, в общем-то, и занимаюсь, прикусывая ягодки. Но здесь же, кроме малины, у нас созревает и смородина, и вот так вот она выглядит. Ну и здесь пора поливать. Вот видим землянику, которая выращена из семян. И, как видим, ухаживать за ней очень легко. В отверстиях вырастает совсем мало сорняков по сравнению с тем, что могло бы быть в междурядьях.